и родоначальников нашего теперешнего стада. О зубрах я вам расскажу немножечко позже. Сейчас же давайте с вами перенесемся в далекое прошлое и увидим, какой же была наша куща много тысяч лет тому назад. Evet, zubur. Büyük zubur gerçeğini dondurmuşlar böyle. Adamları da dondurmuşlar. Bunlar dondurmuş insan. Это уже не настоящее. Много тысяч лет назад Беловежская пуща была похожа на лесотундру и, конечно же, была окружена со всех сторон непроходимыми болотами. По территории пущи протекало множество различных рек, как больших, так и маленьких. Здесь же и поселилось древнее воинственное племя, племя ятвягов, представители которого вы можете видеть. Это племя очень умело защищало свою территорию и также очень хорошо нападало и на соседние территории. Занимались они у нас охотой и рыбной ловлей. Мясо животных употребляли в пищу, из костей делали оружие для охоты, либо же орудие для труда. И шкур шили себе одежду, и, как вы можете видеть, шкурами утепляли и свое жилище. Рыбу, которую они ловили в реках, они также употребляли в пищу. Косточки они не выбрасывали, они их сушили. Затем из костей делали иглы для шитья своей одежды. Отсюда к нам пришло это племя, до сих пор неизвестно. Так как наши ученые все спорят, а причины к этому мнению никак не могут. Одни ученые говорят, что племя ятвягов было переселено. Dondurmuş gerçek hayvanlar. Zubur'u gördük burada, ayılar. Orada eski yaşam alanları. Yine atlar, yaban atları. Çok. Когда-то давным-давно на территории нашей Беловежской пущи в свободном поселении жили куры и медведи. В настоящее время в Беловежской пуще медведей нет. Так как мишка, который весил около 300 килограмм, мог спокойно закрыть зубра, который весил около тонны. Bunlar gerçek dondurulmuşları, dondurmuşlar. Şu büyükleri falan dondurulmuş, gerçek. Şunlar köpekler falan normal şey, alçıdan yapılmış ama şu at olsun, boğa olsun onlar gerçek.